На ковре ЦИФ в красном трико Юрий Белановский, мастер спорта международного класса Красноярск. В синем трико Шамиль Ахмедов, мастер спорта Дагестан. На ковре А победу в первом периоде одержал борец в красном трико Рашид Муталимов, мастер спорта Дагестан. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта Аслан Уртаев, Брянск. Тренер Сугаков, вас просят подойти к столу главной судейской коллегии. Сугаков. На ковре С борец в красном трико Юрий Белановский, мастер спорта международного класса Красноярск. В синем трико Шамиль Ахмедов, мастер спорта Дагестан. На ковре Б победу одержал Георгий Джоев. Эдуард Базаров, Алания. Приглашаются Хаджимурад Муртазалиев, Дато Давидашвили.
На ковре Б борец в красном трико Гаджимурат Муртазалиев, мастер спорта Дагестан. В синем трико Дато Давиташвили, мастер спорта Алания. На ковре С победил Юрий Белановский, Красноярск.